Итак, всем снова привет, друзья. Сегодня с вами, как всегда, я, Егор от Илья Про, и это Бравл Старс, и я сюда вернулся. У меня новый боец, прямо сразу же. Стул. Ну, я думаю, понятно, почему. Потому что у меня, ну, как бы это, есть уже 10 тысяч кубков. Итак, сегодня у нас открытие ящиков. Да. Но я не буду делать отдельный плейлист открытия ящиков, просто добавлю в обычный плейлист Бравл Старс. Так, сегодня у нас... А, у нас еще нету 10 уровня. Что ж, тогда давайте сейчас быстренько поднакопим жетонов на этот самый уровень. Какие у нас там квесты есть? Сыграй в команде. Что ж, давайте это сделаем. Так, ну сейчас я быстренько набью жетончики и вернусь к вам. Итак, друзья, открытие ящиков. Поехали. Так, давайте сначала посмотрим на наши шансы. Так, эпический боец 0.6, округляем в большую сторону. Мифический боец 0.3, тоже большую сторону. Легендарный боец 0.09, звездная сила 1% и гаджет 2%. Итак, сейчас у нас будет сколько ящиков? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ящиков. Из них 2 маленьких, 2 обычных, 3 больших и мегаящик. Итак, открываем первый ящик. Ничего. Большой ящик. Опа! Звездная сила лекарства на Барли. Неплохо. 50 монеток. Дальше. Следующий большой ящик открываем. Ничего. Обычный ящик. Ничего. Опять большой ящик. Ничего. Итак, мега ящик. Ничего. Удвоитель жетонов. Ну что ж, я могу вам сказать. Такие вот у нас с вами награды. И посмотрите, прошлый сезон Парк Стар у меня был пройден только до 14 уровня. Эх. Тут колет давали. Ну и у меня был Бравл Пасс. А сейчас уже вот 4-й сезон меня не было, а сейчас уже 5-й сезон Космопера Стар. Да. Что ж, друзья, если вы хотите еще открытие ящиков Бравл Старс, только на этот раз я дойду до 20-го уровня и соберу все награды. Пишите в комментах, что хотите себе. Точнее, что хотите такое видео. Так. Пассивочка. Неплохая. Ну, вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Я дальше буду вот этого Сту прокачивать. И с вами был, как всегда, я, Егор от Илья Про. Всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока-пока.